Антон Виноградов стал исполняющим обязанности главы полномочного представительства Бурятии при президенте России. Указ о назначении подписал Алексей Цыденов. 21 мая Антон Виноградов освобождает должность министра Бурятии по инвестициям и приступает к новым обязанностям. Пост министра остается вакантным. Напомним, глава Бурятии уволил предыдущего главу полпредства на прошлой неделе. Мункажап Бадмаев руководил представительством с сентября 2017 года.